Петропавловске представители антикоррупционного медиа-центра проверили работу общественного транспорта. Поводом для этого стали многочисленные жалобы пассажиров. По словам горожан, во многих автобусах холодно и грязно, а водители зачастую лихачат на дорогах. Только за неделю стражи порядка зафиксировали свыше 150 нарушений правил дорожного движения. В Петропавловске на 24 маршрутах ездит свыше 300 автобусов, но во многих из них не выдают проездные билеты. Билеты не выдают, мы тоже разговариваем и с водителями. То у них нету, то им не дали этих билетов, то они сами записывают, это неизвестно. Это самое страшное, что наш город в казну не досчитывается именно этих средств. Никто не знает, сколько именно зарабатывает транспортное наше средство.